хочешь? Я Петров Артем Сергеевич. Я, получается, буду слесарем-ремонтником. Я попал в автовый цех. Я ожидаю от этого очень много перспектив, так как в будущем можно будет гораздо легче устроиться на завод и можно получить гораздо больше ступеней, так скажем, в своем развитии. Изначально я пошла работать в этот проект, потому что мне показалось очень интересным посмотреть на предприятие изнутри, увидеть работу, увидеть какие-то процессы, которые тут происходят. Нужно не бояться общаться со взрослыми коллегами, потому что они всегда могут помочь, всегда ответят на вопросы, всегда полностью объяснят поставленные задачи, смогут подсказать, как выполнить правильно работу, чтобы все было хорошо. Сегодня к нам в отдел приходят 10 пиковцев, и вот у меня будет две девочки. Я прям с нетерпением и с большим волнением жду девочек. Работа очень кропотливая, очень-очень тщательная и внимательная. Посмотрим, как ребята справятся. Уверен, что они же учились, они умные, они талантливые, они все на «ты» с компьютерами.